Приглашаем на сцену Наталью Кореневу. Владимир Семенович, по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» создал музыкальную сказку. И вот эта песенка Алисы будет как раз из этой сказки. Я страшно скучаю, я просто без сил, и мысли приходят, маня, беспокоя, чтоб кто-то куда-то меня пригласил, и там я увидела что-то такое, но что именно, правда не знаю. Все советуют наперебой: почитай, я сажусь и читаю, поиграй, я с кошкой играю, все равно я ужасно скучаю. Сэр, возьмите Алису с собой. Хотелось бы мне когда-нибудь, как-нибудь выйти из дома и вдруг оказаться вверху, в глубине, внутри и снаружи, где все по-другому. Но что именно, правда не знаю. Все советуют наперебой: почитай, я с кошкой играю, поиграй, сажусь и читаю, все равно я ужасно скучаю. Сэр, возьмите Алису с собой. Пусть в доме поднимется переполох, и пусть наказание грозит, я согласна, глаза закрываю, считаю до трех. Что будет, волнуюсь ужасно. Но что именно, право не знаю. Все смешалось в полуденный зной. Почитай, я с кошкой читаю, поиграй, сажусь и играю, все равно я скучать ужасаю. Сэр, возьмите Алису с собой.